Эксцентриссимо. Сдержанный человек гораздо интереснее, сказала Агата Кристи. Создатели нижнего белья с ней согласились и решили, чем сдержаннее они будут в расходовании материалов, тем интереснее будут их клиенты. Самое дорогое бикини в мире, конечно, будет заметно невооруженным глазом на девушке, иначе нет смысла платить 30 миллионов долларов. Но все равно его немного. Купальник размером с нить для зубов был разработан дизайнером Сьюзан Розен 5 лет назад. Это была специальная модель для выпуска журнала Sports Illustrated, посвященного купальникам. Но до сих пор это настоящее мини-бикини притягивает взоры пользователей интернета обоих полов. Самую интимную зону прикрывает ограненный алмаз весом 30 карат. На груди красуются два бриллианта круглой формы по 15 карат каждый и два грушевидных диаманта весом 8 карат каждый. И все, больше ничего. Правда, чтобы быть интересной в этой ювелирной сдержанности, девушке, которой она достанется, придется быть и сдержанной за столом. Иначе она рискует затмить собой весь блеск бикини за 30 миллионов. Эксцентриссимо.